Чем занимаешься? Да вот решил свою музыкальную группу создать. А пока инструментов нет, на бутылочках тренируюсь. Если их правильно настроить, знаешь, как они зазвучат. Я смотрю, ты под это свой гаджет приспособил. Электронный камертон, а на слух слабо? Да этому уже учиться надо, а мне некогда, мне бы поскорее прославиться. Да, но без нотной грамотности в этой профессии успеха не добиться. Музыкальное образование необходимо обязательно. Пойдем, горе-музыкант, я тебя с настоящими профессионалами познакомлю. Фактически музыкантами принято называть не только тех, кто играет на каком-либо инструменте, но и вокалистов и композиторов. Этот термин применим к любому человеку, занимающемуся музыкой. Здравствуйте! Вот, ребята, привела вам будущего известного музыканта. Только вот он считает, что учиться музыке не обязательно. Главное выучить 3 аккорда, и все, можно сочинять шедевры. Попробуйте его переубедить, а то у меня не получается. Давайте попробуем. Ребят, располагайтесь, это наша репетиционная студия. Кавер-группа «Ла Музыка» появилась на свет не так давно. В этом составе музыканты выступают всего год, но уже завоевали в Краснодарском крае популярность. Они не приемлют фонограммы, каждое их выступление – это полнейшая эмоциональная и профессиональная отдача на все 100%. А как родилась группа и что означает ее название? Александр Трусов – бас-гитарист и концертный директор кавер-группы «Ла Музыка». Окончил Краснодарский музыкальный колледж имени Римского-Корсакова. Заниматься музыкой начал еще в детстве. Играл на многих инструментах и в различных коллективах. Профессиональный стаж работы – более 20 лет. На самом деле это креативное название, предложенное моим другом, это Евгений Куземин. У нас получился некий симбиоз названий. Он предложил одно с приставкой «ла», я предложил «музыка». И у нас получилось такое «ла» название. «Ла» на испанском, а «музыка» как «музыка». А да? «Музыка» не как «музыка» на самом деле. Там тоже есть креативный момент, там она пишется через «z». «Музыка». Да. Как собирался состав этой группы? Были ли у вас прослушивания? Девчонок мы изначально, конечно, прослушивали. Остальных музыкантов я давно знаю, и, соответственно, их мы практически не слушали. Александр, я так понимаю, у вас квинтет. А что такое квинтет? Много раз слышал это слово, а понятия не имею, что оно означает. Вообще, квинтет – это интервал шириной в 5 звуков. Так. 5 ступеней даже, можно так сказать. Вот. Но у нас на самом деле не квинтет, у нас секстет. У нас есть еще один член коллектива. Это Рома, наш клавишник. А были ли у вас непредвиденные ситуации на концертах? Ну, к примеру, струна лопнула. Была такая интересная ситуация, когда мы провели саундчек, все настроили, все нормально. Потом пришли играть концерт, включились, и у нас что-то со звуком не то. Потом приходит звукорежиссер и говорит: что случилось, ребята? Я говорю: а вы ничего не трогали здесь, в моем микшерном пульте? Он говорит: да, я вот переключил шнурочек, так как я понял, что это правильно. Ну, в общем, он сделал так, как неправильно на самом деле. И из-за этого у нас все шло не так. Когда мы все вернули обратно, у нас продолжился концерт уже хорошо. Способов получить музыкальное образование масса, от различных кружков и индивидуальных занятий с репетитором до 3-ступенчатой системы, включающей в себя школы, специализированные училища и профильные институты. Это верный способ систематизировать знания, усовершенствовать умения и постоянно расти в профессиональном плане. Девчонки, как началась ваша вокальная карьера?
На самом деле карьера, как бы она как такова, началась только сейчас, но становилась она еще как бы с детства. С тех пор, когда мы, например, я только пошла в музыкальную школу, уже тогда я решила, что я буду музыкантом. Юлия Хамдамова, вокалистка кавер-группы «Ла Музыка». Образование высшее, окончила Краснодарский институт культуры по специализации эстрадно-джазовое пение. Преподает вокал. Концертной деятельностью занимается 6 лет. У меня тоже как бы творческая деятельность была с детства. Я и в школе играла в спектаклях, и в них же пела. Там были музыкальные номера. И в хоре в детском пела, и потом уже в музыкальную школу, и в студию в частную ходила, тоже занималась. А потом уже решила поступать и серьезно заниматься профессией. Наталья Тимченко, вокалистка кавер-группы «Ла Музыка». Студентка Института культуры, участница и финалистка различных вокальных конкурсов, победительница проекта «Соло в Краснодаре». Перед тем, как вы берете новую песню, разучиваете ли вы ее по нотам? На самом деле... В основном можно сказать, что мы полагаемся на свой гармонический слух. Да. Но кому это необходимо, то, конечно, первоначально нужно изучать все партии по нотам. Лучше, да, если что-то не получается, лучше всего это там, кто каким инструментом владеет, да, лучше всего там, если кто-то фортепиано владеет, лучше себе проиграть там какую-то мелодическую линию, чтобы правильно понять, как она правильно именно поется. Сложно ли освоить вашу профессию? Какое образование нужно получить для этого? Ну, мы с Наташей получили высшее образование. Ну, я уже получила, Наташа заканчивает сейчас. В нашем институте культуры. Да. Чтобы поступить в консерваторию Краснодарского государственного института культуры, необходимо: первое – сдать единый государственный экзамен по предметам литература, русский язык. Второе – пройти творческое профессиональное испытание, специальность, коллоквиум, сольфеджио, гармония. Кузин, гитарист кавер-группы «Ла Музыка». Окончил Краснодарский музыкальный колледж и Институт культуры. Преподает музыку по классу гитара. Профессиональный стаж работы – 20 лет. Моя карьера началась с замечательного такого инструмента, как балалайка, как ни странно. Но вот по истечении некоторого времени я перешел на гитару, потому что изначально я больше... Она мне больше импонировала как инструмент. На ней больше возможностей, и это было круче просто. Нужны ли какие-то особые качества для человека, который решит освоить гитару? Чтобы начать обучаться на гитаре, в принципе, не нужно какими-то сверхъестественными навыками обладать. Для этого нужно первое – желание, а второе – это гитара. Ну, а третье – это самое главное – усидчивость. Я думаю, все получится. А я знаю, что вы еще и преподаете. Сколько лет вашим ученикам и легко ли им дается гитара? О, преподавание – это мой любимый вид деятельности, потому что одно дело концертировать, а передавать свои знания – это немного другое. Здесь нужно иметь другие качества. Мои ученики, они с 8 до 15 лет. Я предпочитаю больше отдавать внимание детям, потому что дети – это наше будущее, и, как ни странно, у детей лучше получается осваивать музыкальные инструменты, чем уже взрослым людям. Эдуард, а вот что это за инструменты и как они называются? Это ударные инструменты. Вот это, например, шейкер. Вообще ударные – самый многочисленный инструмент в мире. И самый древний, кстати. Их вообще никто не знает точное количество, сколько, потому что любой инструмент, который издает звук от удара, является ударным. Даже фортепиано, там молоточки – это струнно-ударный инструмент. Вот это шейкер. Он издает вот такой звук. Красивый. Попробуй. О, класс. А вот это вот что? Ну, это классная штука, дарбука называется. Они, название? Да, играют сидя вот так. Предлагаю тоже попробовать. Можно? Конечно. Но надо сесть, ну, хочешь так стоит. Лучше сяду. А вот это что, барабан у вас? Это вообще ударная установка полностью. Да. А можете что-нибудь сыграть? Сыграть можно попробовать, конечно. Да. Будет очень-очень громко.
Вау, как круто! Есть женщины, которые играют на ударных установках, или это чисто мужское? Маша, но долгое время так считалось, что это мужское дело, и в основном этим занимались мужчины. Но сейчас, в принципе, в мире очень много уже девушек играют на барабанной установке. Есть барабанщица Аника Нилс, очень классная, например. И причем они играют достаточно круто. А можете меня научить? Конечно, попробуем. Садись. Правой рукой мы играем в хай-хет. Будем все подряд играть, все удары. А левой рукой мы играем в малый барабан. А вот тут не получается постоянно стучать? Да, это сложно. В этом проблема. И причем это самое легкое, да? Да. Один из самых легких ритмов. Ну, давай я пропою, что, что мы будем играть. Тум, па, тум, тум, па. Па. А. Да. Угу. Только играем ровненько. Тум. Па тум тум. Па тум. Па тум. А что дальше? А дальше нужно заниматься 20 лет, чтобы прийти к каким-то реально крутым результатам. Ну, это, конечно, я утрированно говорю, но нужно прикладывать очень много усилий и времени для того, чтобы действительно научиться хорошо играть. Эдуард, а задайте мне ритм. Да, Дима, на... ты хочешь на кахоне сыграть? Да. Давай попробуем такой ритм. Тум, тупа, тум, тупа. Давайте. Тум. Давай. Класс. К сожалению, даже самое лучшее образование не гарантирует успех и популярность музыканта. Главный риск этой профессии – остаться невостребованным. Слава – явление сложно объяснимое, не зависящее от каких-то определенных факторов. Музыкантам надо родиться. Эту профессию нужно искренне любить и посвящать ей себя целиком, иметь особую харизму и нести интересный и нужный публике позыв. Средняя заработная плата музыканта по Краснодарскому краю составляет 17 тысяч рублей. На момент выхода программы вакансий найдено 409. Дима, а ты знаешь ноты? Ну, честно говоря, нет. А вот посмотри, есть ноты для ударной установки. Вот так они выглядят. А вот это что? Латинские биты. Даже я не знала, что есть ноты для ударной установки. Да, я когда поступил в музыкальный колледж, тоже не знал. Меня научил мой преподаватель Рычик Владимир Валентинович, у которого я, кстати, до сих пор учусь. Процесс самосовершенствования, он бесконечный. Так, Машенька, давай я еще поподробнее узнаю о нотах, ты поднимись. А, заинтересовался. А вот это что? Это вот ноты для бас-бучки.